15 стран Азиатско-Тихоокеанского региона утвердили соглашение о создании крупнейшего в мире блока свободной торговли во главе с Китаем. Документ был принят на 4-м совещании на высшем уровне в Ханое в заключительный день 37-го саммита АСЕАН и сопутствующих мероприятий, продолжающихся с 12 ноября. По прогнозам специалистов, к 2050 году общий ВВП стран, заключивших соглашение о всеобъемлющем региональном экономическом партнерстве, может вырасти до 100 триллионов долларов. Торговый блок не включает в себя США и Индию. Министерство финансов Китая уточнило, что в рамках торгового блока предлагается немедленно отменить часть тарифов, остальные в течение 10 лет.